блогера и коуча Аяза Шабудинова суд арестовал до 16 декабря. Он просил не отправлять его в СИЗО и на время следствия дать возможность быть со своими несовершеннолетними детьми, а также предлагал залог 4 миллиона рублей. Шабудинова подозревают в 8 эпизодах мошенничества на сумму более 4 миллионов рублей. При этом в 2023 году доход Аяза Шабудинова составил 300 миллионов рублей. Инфоцыганство, которым занимался коуч в суде, описали так. Обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, он предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.